Стадион в военном городке Петровское построят к 1 октября, а зимой начнут масштабную реконструкцию местного дома культуры. Об этом заявил глава Ленинского района Олег Хромов по итогам своего посещения городка. Петровское сейчас активно благоустраивается. Ремонтируются дороги, спортивные площадки, строятся парковки. Местные жители обратили внимание главы администрации на отступление от плана строительных работ. При обустройстве парковки проблема была решена на месте. Мы делать должны то, о чем договорились. Если мы об этом не договорились, мы этого... Вот смотрите, если здесь предполагалась зона озеленения, очень хорошо, вот, тогда нужно сделать вот так вот, закончить под острым углом, а эту предназначить сделать зону для озеленения. Особое внимание Олег Хромов уделил Дому культуры в Петровском. Здание находится в плачевном состоянии. Обшарпанные снаружи и внутри стены, неровный пол и постоянная сырость, а в результате грибок. О соответствии каким-то стандартам культурно-досуговых учреждений говорить не приходится. После реконструкции все изменится, заверил глава района. Мы сможем здесь организовать полноценное бюджетное учреждение, библиотеку. Восстановить она здесь всегда исторически была. И для жителей городка, которые у нас составляют достаточно большую часть жителей городского поселения Горки Ленинские, это будет новым культовым местом. В близком к аварийному находится несколько жилых домов в Петровском. Об этом Олегу Хромову в ходе его визита сообщили местные жители. По их мнению, зданиям необходим капитальный ремонт. Чтобы его провести, заявил глава района, строение нужно передать на баланс муниципальной управляющей компании. Это будет сделано до отопительного сезона, заверили власти.